Здорово, Фарандыч. Вот когда надо, знает, как дверь открыть. А когда не хочет, лежит там, типа, откройте. Так. Так, ну, во-первых, здравствуйте все, ребятки. Вот, сейчас фолоч побегаем часика 3. А потом вердоса посмотрим. Так. Так, вот здесь я в прошлый раз остановился, чтобы не забыть хижину Харпера. Пещера Дедвинт. И в этой пещере, по-моему, когти смерти люто живут. Прям их там много живет. Fine by me. Так, а что у меня есть? Надо челику, наверное. Так, вот дать ему. Так, пару когтей здесь развалил. Кстати, они могут нападать, если выйти потом. Так, будут они сюда идти, интересно, он на них ходит.
Чё, всех убили, что ли? И меня убили, да? Говорите. Ну давайте тогда, ладно. Так, давайте я чая сначала налью. А тут что-то месилово плотное предстоит по ходу дела. Чтоб всех не убили, надо постараться будет. Так, погодите-ка. Чё это я выпил-то, я чуть не понял. Я ж вроде не пил этого, как его, ну вы поняли, кошачьих зрений никаких. Не, это слабость, я понял. Так, знаете чего? Сейчас начнет кумарить меня детоксином этим. Смотрите-ка. Много этих шляпников там бегает. Хрена он его кладет просто с этого ружья. Братан, ты чё такой лютый-то? Погоди ты, лететь туда. Фига мы их кладем как говно здесь просто. Не ожидал я что-то даже.
Бля, какие-то непрострелить здесь, что ли, я чуть не понял. Похоже, что да. Ну, в того-то попал, блин. Да ну, короче. Вы гоните, блин. Ну как так-то? Гад. Еще раз все, да? Да что за хрень-то? Не в силовой, да нафиг она. НКРовская, я ее пока снял просто. Эти-ка, пацаны, я за вас сяду. Ладно, я вас понял. Нет, так дело не пойдет. Погоди, ты куда-то летишь-то?
Ну и чё? Бля, как-то они мощно на меня нападают, чё, не понял. Неужели мы двоих когтей смерти не примем в тупую? Нет, так что-то не попадает он вообще. Так почему он то попадает, то не попадает, не понял. Налетели гады. Ты левел подъехал. Чё нам надо-то? Так. Да, солнечное много полезного, он здесь, конечно, всего, блин, ну тут. Так, ну пусть будет сейчас энергооружие 70 сразу прокачаю просто и все. А еще надо, знаете что? Ремонтный набор оружейника проюзнуть просто. Вот что мне надо. Кого я только что развалил-то? Вот этого или другого? Они все пустые-то, никак тянет ничего.
О! Хрена налипашит, короче. Дайте-ка я попробую ее. Вообще крошит, короче. Тогда было четко. Люто она, конечно, бомбит, я вам скажу. Бля, мы ее покрошим сейчас, отвечаю. Я не знаю как, но придется ее покрошить, короче, вместе с ребятами, со с моими они. Бля, как я сохранился-то неудачно, а? Так, турбо, ядеркула, Виктория, погнали. Сразу... Нет, стимулятор никак. Сахарная бомба, рикошет. Тихо. Медикс. Винт, короче. И бафаут. Очень жестко я удолбался, но зато я, смотрите, какой медленный. Такие, как мы, наркоманы, бля, и алкоголики, дают оборотку, как Кровосток говорил. И минус матка. Ну все, теперь я никого тут... А, здесь еще альфа-самец, по-моему, кстати, есть.
Здесь где-то какое-то яйцо, возможно, валяется. Ну все, сейчас меня раскумарит вообще от всего. Прям никакого яйца здесь не валяется. Очень странно это все. Очень странно это все. Сейчас статистику глянем. Ну и куда ты прыгаешь, что на меня? Все ясно, короче, я возвращаюсь сюда, ребята. Так. Так, ну все, здесь всех повалил. Только жрать охота. Опа, паладинчик братства стали. Здесь у нас валяется-то, оказывается. Вот что здесь такое. Чулка какая-то. Но они обычно не по одному валяются, это вот в чем прикол. А здесь почему-то один всего. А почему?
Короче, что-то я тут не понимаю, походу. Что-то я тут, походу, не в куре, наверное. Один здесь, что-то второго не найти мне никак вообще. А, во. Может, здесь я где-то пропустил. Что-то где-то я пропустил здесь. Да не, здесь я все тоже не пропустил ничего. Раз с этих камней хвалил на халяву без спутников. Ну, сейчас у меня два спутника, и они крутые. Мы команда. Так, сейчас секундочку. Налью чайку, во-первых. Смотрю тайминг, что там. Вардивик ли у нас? Точнее, вардик, это турик идет. Хочу посмотреть, что там. А, это командная лига. Так, погоди. Так, все ясно, короче. Так. А что я за стволец-то нашел такой? Милосердие. О, ничего себе. Ну-ка, давайте-ка достанем. Норм такое милосердие, смотрю, да? Прикольный стволец. Все ясно. Пора на выход, короче, мне отсюда. Кстати, я помню, что как-то было дело, когда я здесь играл. Бля, где выход? Точнее, в курево. А, вот он, выход. Когда я здесь играл. Тут на выходе типа тоже когти стоят. Не, значит, я их покрошил перед этим, как бы, потому что их нету здесь.
В общем, тпшиться надо, ништячки сложить сейчас, а то много веса с собой очень. Вот. Милосердия очень много, оно как-то весит прям. Так, погодите-ка, что там у вас есть? Мне надо посмотреть. Не понял, что значит у него счастливчик только. А, ой, ему. Не понял, а где медвежье ружье-то у него? Я же ему медвежье ружье дал. Чё за прогон-то вообще? А, ему, походу, выбили из рук его как-то там, что ли? Такое бывает? Ёпарасоте, придется искать сейчас эти, блин. Или его аж не могут уничтожить-то полностью. Чё за приколец-то? Не, ну так дела не делаются вообще, я вам скажу. Какое, бля, ружье-то потерял, придурок, блин. Не, ну это так не интересно вообще. Короче, нахер тебе огнестрел. Нельзя ему огнестрел доверять. На тостер паладина ему дать нахер и все. Счастливчик забираю. Патроны забираю, блин. Not my strong suit, but okay. Че, он тостером не может пользоваться этим? Почему-то не может. Наверное, скилл определенный нужен. Теперь под этот этих купим гранаточек. В принципе, у меня столько лавы, что можно купить новое ружье, как бы. Блин, ну то грейженное было с этим.
Так, дайте-ка я ему что-нибудь впарю. Два шлема рекрута, например. Такс, короче. Так, тебя там что? Fine by me. Ладно, тостер нафиг, он что-то не хочет брать тостер. Так, давайте сходим, попробуем в пещеру еще раз, потому что где его винтовка, блин? Пришел с винтовкой, ушел без винтовки, значит, из рук, походу, ее выбили, эти когти. Надо походить, поискать, блин. Ну, это будет непростая задача, блин, вообще, я скажу вам, ребятки. Где там он ее просрать мог, понятия я даже не имею. Этот инвентарь. Точнее, медвежье ружье.
ведь он поначалу с медвежьего увозил. Ну, где-то здесь. Может быть. Как так, для хамуха можно? Она скованной коробкой была, плюс 50 к этому типа. Состоянию все время дает. Давайте поговорим, может, с ним. Pisses me off that Legion slavers can just operate on instinct. If we hadn't caught up to them, they probably have a clear path to the river. No one to stop them. There should be patrols, checkpoints. We got greedy, overstretched. Now our own territory. He was a good spotter. Yeah, we were. When Carlo went missing, he was the first person I told. He tried to hide it, but I could tell right away. He was glad. Sure. First NCR Recon. It's a sniper battalion. Sees a lot of action. They moved us around a lot. I was stationed at Camp Golf for a while. Last I heard, they're at Camp McCarran. They pick you out if you do well at the firing range. Pays a little better. Yeah, you can tell by the patch. Bear skull with crossed right. The last thing you never see. Pretty accurate. And so were we. It was on the front line for a while. Only resort in New Vegas. No one wants. Doesn't have that kind of importance anymore, though. They pulled most of the. I was in a lot of places with First Recon. I don't really remember. There was a miscommunication. Yeah, I guess that'd be the word. We did what we were there to do. A lot of people, maybe looking back, you do things differently. In the field, you hesitate, you or someone you care about will die. You don't come out of a tour of duty without regrets. It's best just not. Yeah. Always. Even when I sleep. I don't think so. It won't change anything. And that's a memory I don't. If you want. It's not really. Give me a rifle and a clear line of sight, and I'll start picking them off before they've even seen me. Didn't have much hand-to-hand training, so our chances are better if you keep the enemy out of my face. I'm trained as a spotter, too. If you're looking through a scope, I could find you. Так. I don't know much, just...
Ну, а полностью поговорить. He's been able to stop the NCR from wish he'd give it up so the NCR could focus on securing the border. All right. It's NCR land for the most part. We tamed it. Now we're settling it. A lot of people complain about it, but they forget what it was like. It's a lot of territory to secure. Too much. All right. Yeah, lots of thoughts. All about the best ways to kill them. Coming east was about securing the land so people could live without fear. It's not always that simple, but I think the cause is still... God help us if they lose. I don't see what this helps. Fine. How do I know she's dead? Here it is. She... I tracked her down. Southeast, near the river. I was selling her. Saw it through my scope. Whole place swarming with legion, hundreds of them. Bidding for things no man has a right to. I just had my rifle with me. Just me against all of them. So I took the shot. There was never any saving her. They'd have taken her where I couldn't follow. What I did, that was the only rescue. All this was only ever gonna play out one way. It still is. I don't have any say. It was gonna be something. If I'd never met Carla, it would have been something else. I should have never gotten close to her. I've got bad things coming to me. You better keep your distance too. Так, почему ты считаешь, короче, так. Слушайте, ну... Because fair is fair. No. Life has a way of punishing you for the mistakes you make. Big enough mistake, punishment. Mine's not over. A murderer who does good deeds is still a murderer. And he'll still get his judgment. I left the NCR when my tour was up. Had enough of war. None of it made a difference in the end. Because I'm still... Fine by me. Короче... Hey, I thought some more about what you said. I think maybe you're right. Maybe I should go to Bitter Springs. I don't know what I'm hoping to find there. Nothing. Dream. I hope this isn't a mistake. Опа. Договорился до квеста с ним до какого-то. Кстати, оказывается... Я все думал, когда этого чела с собой взял, что, ну, типа, жену его в рабство захватили эти легионеры, она беременная была, как бы, получается, и, ну, то есть, может быть, где-то она там, как бы, есть, ее спасти можно, а нет, оказывается, он ее сам, ну, застрелил, потому что ничего сделать не смог, как бы, как он считал, вот, судя по этому диалогу.
А еще медвежье ружье мое Челдон потерял, блин. Чё, бля, за солдат такой? Я ружье потерял и все. И ни хера не нашел в итоге. И где мне эти искать? А, ну, скованной коробкой была грейженная. Здесь это легендарный коготь на нас напал. Не могут же оружие полностью уничтожить, чтобы его вообще не стало. Я так, ну, как мне кажется. То есть, значит, оно где-то выпасть должно было. В этой ссаной пещере, блин. А где оно может выпасть тут? Fine by me. Печаль какая-то, блин. Yeah, you and me both. Так, с Магнумом, да, с Магнумом он там. Короче, просрано ружье, блин. Придется у легионеров новое отбирать теперь. Коробку где купить, я хз вообще. Бля, еще время из-за этого потерял, искать тут бегал. Не, ну надо где когти искать, только они могли его выбить где-то. Куда она там улетела, я даже понятия не имею, это ружье могло улететь вообще. Здесь у нас месилово было не слабое. Может, где-то под ними валяется, хер его знает, короче. Ладно, фиг с ним, у меня там 80 тысяч крышек и почти 90 кайло. Пойдемте, чё, жидом-то быть. Вот так все можно разбазарить, блин. Главное, что у него патронов там осталось еще очень много от ружья-то от этого и... Значит, точно он не мог его сам поменять, просто куда-то. Деть. Короче, здорово всем, ребят. Здорово всем, ребят. Сейчас продолжим. Так, в скайп надо зайти. Погодите секунду, я что, забыл в скайп заскочить. Так, а что с Твичом-то, с Ютубом, я еще не понял. Бля, опять я их не включил. Я извиняюсь, ребзики, вырублю сейчас Твич и Ютуб, потому что он понадобится для того, чтобы вердоться смотреть. Ну, то есть, как бы, он нужен будет по любасу. И... Не извиняюсь тем, кто Twitch, YouTube смотрит, ребят, опять я, короче, забыл рестримес сразу врубить. Короче, забыл. Все, теперь все врубил.
Так, у меня квест проявился, между прочим. Я забыл забыть. В Райсе Биттер Спрингс вместе с Буном. Где Биттер Спрингс у нас находится? Вот у нас где Биттер Спрингс. Я там еще не бывал, нифига даже. Ну что, погнали, квест выполним. Что ты голову морочишь просто так бегать? Наверное, ему дадут какой-то... Квест дадут, наверное, ему какой-то. Вы чё ему? Казадорис. Пиш, пиш, пиш. Так, а чё у него за боезапас? Погодите-ка. Бля, экспансивных мало, короче, понятно. Это и есть хребет, что ли, или что это? Копали маленечко. Патриков нашли. Бля, какой хребет-то, я ещё не понимаю, куда он мне... Это что за локация-то? Что за хребет-то, блин? Ну, в зоне отдыха-то я бывал много раз, а вот хребет тебе что там? Не понимаю я ни хрена. Почему он не отмечается-то у меня как локация? Зарык, ё-моё, такой Чарли. Вот прям сюда он указывает. Вот прям сюда. Ну куда сюда-то?
Ладно, пойдем по заданию, короче, сюда. Ребят, что-то так я и не нашел в этот. This is the place. We got sent from Camp Golf looking for some Khans who've been making trouble with one of our settlements. I guess one of the settlers was connected because we sent everything we had. We figured this was a gang hideout, but they'd led us to their home. There's a ridge called Coyote Tail on the south side. That's where we set up. А вот сейчас надо туда идти, походу, к хребту этому. Опа, а это кто такие? I've never seen a robot like that before. Huh? Да? I hear a troublesome legion camp got razed to the ground. They say the fiends are defeated, but I'm sticking close to the army just in case. Я всех завалил, не ссы. А нахрен я его уволил-то, спутник этот, я чуть не понял. The fiends are running for their lives. That'll show everyone what we do to our enemies. Куда тика? Где Прим-то у нас находится? Точно непорядок какой-то, ё-моё. Стоять. Улетел со всем моим оружием, дает, блин, жаду. Тут тоже квестанов можно Bitter Springs набрать, по-моему. NCR Rangers deserve all my praise. Да, и, кстати, по-моему, здесь эти учебники нужны по педиатрии, которые я набрал давным-давно уже все. Давайте наверх поднимемся сюда. Доктор! Это доктор здесь, а где еще кто-то вообще есть? Боец НКР.
еще бойцы. А где у нас главный-то кто-нибудь? Hello. Торговля еженедельник, блин. Не, все, все. Все, все, читай книжки. Hello. I've been sending requests for relief for months now. Didn't think they'd send you though. This is the Bitter Springs refugee camp. We've been maintaining it for a few years now. Most of the people here were displaced by the Legion's advance. At first, there weren't many, but lately, it's been more than we can handle. This whole area used to be a great Khan encampment before they relocated to Red Rock Canyon. It's a distress call. This camp is in bad shape, and if we don't get relief soon... At this point, I'll take anything you can give me. As if that wasn't enough, someone's been coming out of the mountains at night, stealing supplies and picking off my people. Food, blankets, clothes, tools... The army used to ship out caches of supplies regularly, but with the Legion so active, we haven't gotten any in months. I don't know. The NCR's stretched thin as it is. I've put in requests. Maybe if their situations improve, they'd have men to spare. Or maybe they'd listen. You'll want to talk to Lieutenant Markland about that. He's our medical officer. It started about 6 months ago. At first, it was just supplies going missing. We figured it was refugees. Always a single bullet to the head. Always from extreme range. We know he must be hiding out in one of the caves up in the mountains. But I... Okay. Так, все, сейчас мы все здесь порешаем, короче. Реально, я ж решаю вопросы. Где доктор-то? Здоров, доктор, братан. Wow, hey, it's you. That's not the worst injury I've seen. Hell, it's not even the worst this. Okay, that's about the best I can do. Try not to get hurt that bad. Погоди, ты спать, ё-моё. Yeah, what is it? Hey, if you can help, I'll take whatever I can get. Doctor's bags would be a huge help, but what I really need are medical texts. I'm not trained to deal with major psychological trauma. Both of them? Wow, that's very resourceful. Thank you. Сразу, ё-моё. Thank you. This will keep us well stocked for a good long while. I think that should just about cover us. I really don't know how to thank you. You're bringing me... Oh, yeah. Так, лекарство подкинул Радикса. Отлично. Those medical supplies have... Так.
Видите, с этим вообще сразу все хоп и выполнил. Патрику бы мне 5.56 еще бы поднабрать где-нибудь. Вот опять эта локация. Где она, ё-моё, эта локация? Я не понимаю. Вот где? Туда наверх, может, лезть надо? Я хрен знает, короче, вообще, ребят. Просто не понимаю. Бля, мимо, короче. Да и да попади ты уже куда-нибудь. Человек, так, блин, долго ж я стрелял. Где надо пройти, чтобы локация сработала? Я чуть не понимаю. Ребят, кто шарит-то вообще в этом моменте? Почему она срабатывать-то не хочет, я не понимаю. Вот же я прям по ней бегаю. Чё ты мне ничего не говоришь-то, братан? Где он там летает? Так, задание.
Я забыть. Идите к Буну вместе хребту Койот Тейл. Показать локацию. Где этот? Ну и где этот хребет-то сам? Я понятия не имею, где этот хребет находится. Ну хребет-то это хребет, как бы вот это какая-то возвышенность же типа. Вот. Как же долго я тут ползу. Братан, иди сюда. Рассказывай, что там было-то. Иди, залезай. Ну. Canyon 37. That's what the NCR calls the pass down there. It was the Khan's only escape, so we set up here to guard it while the main force attacked from the front. Standing orders were to shoot on sight. Main force got spotted too soon. We heard shooting. Then Khan started coming through Canyon 37 in bunches. It was all wrong, though. Women, kids, elderly. Wounded started coming through, too. We radioed to confirm our orders, but command didn't get what we were seeing. They told us to shoot till we were out of ammo, so that's what we did. Ты чё? Maybe not. Maybe I wouldn't have either at one point. But that's why they train you. Break you down to your automatic. Старый вояка. Anyway, I don't know why we're here. Thought maybe it'd help me see things better. I'd like to stay here for the night. Think some things over. All right. We won't stay for long. Something's wrong. Got a group coming our way. Looks like a Legion raiding party. It's big. Might be too big, even for us. If you want out, I won't blame you, but I'm gonna stay. See if I can hold them off. Easy target for grabbing slaves. Bunch of refugees, just a few... I don't think they're here for us. Too bad. Would have made me feel good about myself. If only it was this easy all the time. I'm not. Always figured this was how it was gonna end for me. Just that day you showed up in Novak. I had a feeling I was supposed to go with you. That it was time to end all this. And now I know. Tell the truth. Так, бежим, бежим, братан, бежим, бежим. Уроды, бляха-муха, ща я вас покрошу там, пацаны, его не ссыте. Какой же всеамериканский крутой ствол, это ж просто лють какая-то. Ну что вы?
А о, где крошек-то? Всех положили. A face-to-face meeting with House, huh? NCR would kill to be in your shoes. Так, а что еще не отразила атака типа что ли? Кто там еще остался, точнее не понял. Где-то еще одного завалил легионера, не? Или, блин, убежал один. Вот он валяется-то. Бля, зачем я сохранился-то сейчас? Вдруг это баг, ё-моё. Всё, погнали назад. Надо будет за всех пройти квесты спутников этих, блин, которых только можно. О, вот, вот что тут такое. Ты куда, пес? Где еще пес? Куда он там бежал? Бля, это легионеры подсвечиваются или нет, я не понимаю.
Так, все, я понял, короче. Так, ну что, пойдемте, что-то. А вон, да, вон они, легионеры, еще бегут. Что-то много тут легионеров, короче. Напало прям. Куда-то, ё-моё. Кто там еще бегает? Где я тут еще какого-то завалил гада? Кто там, где там, еще не знаю, еще красный-то показывается. After all, not sure what to make of that. I thought my time had come. For a minute there, everything made sense. I could feel the end coming. I was ready for it. Now, I'm back where I was. If that's how it is, I don't know what I'm supposed to do about all this. I guess they brought us here.
One less Legion raiding party running loose now. Never a bad thing, you can take my word for that. Still feels like I'm living on borrowed time. But I don't see any reason not to take a lot more of those sons of bitches with me. You got a point. There's still some things I can do before all this is over. Так, ребят, сейчас, секундочку, опять чатик начал мотаться. Ну, пацана, этого квестана и выполнили, кстати, это хорошо. Интересно, у него один квест вообще или нет? Не хочу я гуглить, короче. Так, короче. Короче. Что у него там в итоге? Fine by me. Ну что, братюнь, покрошили мы всех. Так, пойдемте сейчас продадим всю шляпу, короче. Патриков надо 5,56 купить, мне не хватает их немножечко, мягко говоря. You're back. Так, что у тебя есть-то? Да нахер мне этот шлем.
Всего доброго. Welcome, sir. Фига, у него денег откуда-то тут есть. Я, наверное, в прошлый раз я что-то покупал. А, я же патронов у него купил. А, у него и не закадашилось ни хрена еще, все ясно. Медвежье ружье надо, блин, ну ладно, потом отберу я медвежье ружье у этих. Я думаю, все норм будет. Хотя, с другой стороны, патрики скупить можно, я забыл, на посту, по-моему, вот здесь вот 5.56 можно взять патриков. Ну-ка, стой, вот с этой подругой к братству стали можно прийти. No offense, but you look like you've traveled a long. Wow, you have come a long way then. Well, welcome then. I'm Veronica. Well, a bunker, if you want to get technical. But I'm not there much anymore. I'm usually out here picking up food and. Yeah, I'm not worried. They can handle themselves. And actually, these days, I think they'd rather have me out here anyway. So, I had a run-in with this group calling themselves the Brotherhood of Steel. Well, that shouldn't be a problem for me. I can't. Hey. Guess we have that in common. I'll be honest. You're the first person I've run across out here. There are places I've never been to that'd be too dangerous for just me. Aw, you really know how to make a girl feel like a stray cat. But, okay. Давай, давай, девушка. Совсем, что ли, попутала. Мне еще с пацаном дела не сделали все. I've still got guns and ammo.
Так, это не та баба-то, а где? Другая-то, которая торгует, а не оружием, точно не понял. Тут же еще должны быть челы. Бля, как сложно-то все. А, иди сюда ночью лучше приходить. Так, где еще есть оружие-то? Забыл я, ну ладно. Эти задания, короче. Сделаем для этого лагеря, короче говоря. И все будет норм тогда. I didn't expect someone as famous as you to be here. I'll be honest. The Legion has me worried here, but I think I can spare some soldiers. Watch us. Так, лагерь гольф. На, это к этому надо идти. Сивому, у которого крутейший пистолет. Если заставить его застрелиться по квесту, то он у него выпадает. Можно взять 45-70 патрики, которые используют как медвежье ружье такие. Ну, я не стал его это заставлять так делать. Хотя он какой-то странный типец. Что там за палатка? А, вот эта палатка, я мимо бегу. Квеста. Man, it's my life. Yeah, well, I didn't want to get promoted out of the field. I didn't join up to drive a death. I've been here since the first push into Vegas. Back in the day, this camp was the hospital. These days, I spend most of my time trying to beat a little discipline into the soldiers under my command. Mostly drill the troops. Try. It's not the easiest job in the world, soldier. Still, with the Legion just across the. Disappointed. We call them the misfits for a reason. They're undisciplined, lazy, and they have absolutely no esprit de corps. The squad leader's got some promise. Kid named Mags. I'm going to make them shape up if it kills me, though. Or them, for that matter. You're welcome to try. Hell, maybe they'll listen to somebody. Так, взял квест у пацана сразу же. Hey, you're a damn fine soldier, and word on the. Дайте-ка задание.
Поговорю-ка я тут со всеми. Y'all sure are a big old hero. I gotta write my mama and tell her I met you. Well, I was born on a farm out in California. Короче, со всеми поговорить надо. Didn't ever have no problems really, except for some lean years. They're mostly pretty nice. Poindexter showed me how to make fireworks. Raz kind of scares me sometimes, but I don't mind. Well, as it turns out, we had a string of bad harvests a few years back. Pa said he couldn't afford to. As the biggest one, it was my job to go join the army so as my sisters could eat, and so as we wouldn't all be killed by raiders, and Jesus would love us. It's all right, I guess. I don't like all the fighting we gotta do, though. Oh, it's a fine place. The lake is real pretty. I ain't scared. I just don't like hurting folks is all. Ma always used to tell me, boy, you're the biggest in this... Every day she told me that. To me? Well, I'll tell you what I think this squad needs. A little more basic human niceness. That's right. Глупость несусветная. Вариант. And everybody's always cross with each other. That'd be swell. Only if they knew the idea came from me, they probably wouldn't take you serious no more. So maybe you ought to... And I sure hope you're more convincing than I am. Or they ain't gonna... Whatever you think. You did? I'm assuming you aren't associated with the army or the ranger. In a strictly official capacity. However, as I am by far the most intelligent and resourceful. You're trying to appeal to my ego. But only because I want to see if it's even possible. Короче, не буду тебя, Додика, спрашивать ничего. А то ты какой-то понторез лютый. Пойду поговорю с девчонкой, да? Или кто тут у нас? Shit, man, it was this or the fiends. The fiends don't look, at least this way, the badasses with the top. Ain't much to tell. Grew up out west. Yeah, not many people have. Wasn't really a good place for kids, you know? What do you want to know? Whole place used to be some kind of rich. Now the Rangers use the old resort, and we grunts get to live in tents. We don't talk too much, mostly. Well, Hanrahan's a big pussy, ain't good for shit in a fight. And Mags? Well, Mags is cut out for something other than soldiering, you dig? Shit, maybe you're right. Guess I gotta give him a shot. Красноречив, я. Здорово. Hell of a battle at Nelson. I'm impressed our troops survived. I guess I wanted to make something of myself, you know? Be the best of the best. I wanted to be a ranger. Easy. This is where they send all the fuck-ups and people they don't want. But hey, it's not like I'm bitter or anything. Not much to tell, really. I grew up in New Reno, joined up, took my shot at being a ranger, didn't make it, so I'm... Gee, I don't know. Maybe because I'm saddled with the worst damn unit in the NCR Army.
Yeah. I mean, no. They're okay people, but they don't care. You know? They're slacking off, and that... You really think so? Hell, I guess it's worth a shot. Давайте, со всеми побазарил. Я-то уже лютый вояка тут. Y'all sure are a big old hero. Boy, the squad sure is working together a lot better now. I think we're gonna be A-okay. Молодцы, ё-моё. Так, еще одно задание. Сегодня прям одни задания, короче, город. Так, еще немножко лагерь Макаран. А это что у нас? Так, куда мне здесь идти-то надо? Все ясно, сюда. Yes, what is it? I appreciate your concern for Bitter Springs. You've already been quite... Красавчик, если не читер. Так, припасы какие-то там надо найти. Где тут эти припасы-то, блин? Пойдем искать припасы, чё. Че, описываюсь, правда, от чая уже. Но припасы-то надо найти. Дальше. А вот это что за херь, ребята? Хочется мне спросить, блин. Это вот что такое за дыра?
Просто покрошил все. Так, может, здесь какие ништяки, может, лежат, не? Так, стрельба на стриме, а ты как думал? Сейчас еще и поножовщина начнется, блин. Так, сюда иду, ребят, сейчас описываюсь, буквально на минутку отойду. Так, если ты прочитаешь этот анонс, то все поймешь, короче, что там и как. Короче, все, сейчас я пописываю, ребят, минутку и приду. Всем привет, вердос в 6 часов, может, ну, чуть раньше там тормозну. Сейчас часик еще погоняем, там, фолыч и продолжим. Старкрафтом, вот и все. Фолыч тоже сам себя не пройдет. Все, ребят, сейчас буду.
Так, все, ребят, здесь я вернулся к вам. Так, запалили тут охотников всех этих. Грамотно все сделали, кстати. Мы разбежались по разным сторонам. А тут, где его зажгли. Какое-то мясище, бляха, лежит вообще. Так. Ну, 5,56 патрончик. Мачетанц. Какие-то нелепые. Че это за куча хрени? На мозг похожий. Так, помню, что вот в ту как-то непросто в ту другую пещеру прийти, блин. Я уж не помню, с какой стороны я туда шел, если честно. Или даже через эти две. Ну тут хоть убей, не помню, если честно, где вот этот челик живет. По-моему, с этой стороны я как-то лазил. Но уверенности у меня нет в этом.
вот так вот. Походу, да? Ничего сложного, короче. Это ж куда-то сюда, да, движуха? Да, да, да. Ну, что-то не видать здесь ничего так-то. Значит, она где-то выше находится, походу. А как туда выше попасть? А, вон она, да? А, не. Это не она. Как он там лупашит? Отлично, что я застрял вот здесь вот. Бывает, бывает. Чего в консоль? Че это даст? То, что ты говоришь. Да ну вы чё, ошалели, полтахи?
Бля, помню я, что сложный проход к этой пещере, блин. Какой-то. Ну, где-то здесь-то он должен быть, этот проход. А, через текстурки. Слэш TCL просто, или как? А, во, смотрите, во-во-во, все, я понял. Надо просто походить. Да, вот фолочи надо просто походить иногда. Ну что, Хан, здорово, братан. Кого там, блядь? Ну зачем, ё-моё? Ну зачем? Братан, погоди, ты чё то? Короче, моего отморозка вояку надо здесь оставить, походу, да? I'll sit tight. И вот этого. Who are you? How did you find this place? Refugee camp. Is that what they're calling it? Good old NCR. They can whitewash anything. Let me tell you something. That refugee camp, it's built on the blood and tears of my people. We were the flails of God, the scourge of the Mojave, the best warriors and raiders in the wasteland, until the NCR tracked us back. The main force hit the canyon by surprise, while our warriors tried to hold them off. NCR's first recon battalion was waiting for them on Coyote Tail Ridge. Nope. For revenge, the NCR committed an atrocity here. An atrocity that they tried to bury and forget. I'm going to remind them. Это так, я сейчас перепройду, просто интересно, что у него там с собой есть. С собой у этого челика. Who are you? How did you find this place? Refugee. Let me tell you something. Ладно, не будем слушать вообще, что случилось с твоими людьми. Короче, всех покрошили. I know that, but what else can I do? Там псин с очередной лагерем Макаран. А что если так сделать? You're right. A Khan's vengeance should be direct. Полетел мстить, бля, мститель. Who are you? How did you find this? I know. Maybe. Maybe you're right. Maybe 3 years is vengeance. Here, this will unlock the supply caches we left in caves around. Все, короче, все разрулил. По-царски просто.
Так, все, я здесь, ребят. Так, боевой нож. Все, припасы нашел. Много в этих всяких пещерах лежало таких вещей интересных. Ну все ли я здесь собрал? Вроде все собрал. Ну надо здесь еще подобыскать, короче, потому что... Что вообще здесь лежит? Бля, 308-х, то их не было, то теперь их этих патронов просто немерено вообще стало. Не понимаю я этой хрени. Теперь 5.56, нет. А вот как его взять? О. Отлично. Мины обезвредились. Капкан Дрелл тут стоит, смотрю. Так, а здесь-то он мне что, гранатами кидал, когда я в прошлый раз зашел, мои начали крошить его. Дурака этого. Я дашь хз, что там произошло. Типа спать-то можно. Блядь, здесь матрасы кто-то украл все, блин. Четыре часа как раз утро сейчас будет, 6 часов. Светло будет, ага.
Короче, ничего полезного тут нет. Hey. Все, все встают уже, типа. А вот она. Здоров, капитан. Any progress on saving our skin? We do have some spare radex in the supply tent. That might work. Thank you. Where did you get this? You know what it... You did? Who was it? Any information? Так. Really? Well, this canyon used to be a great Khan stronghold. I suppose that explains why he... About 3 years ago, NCR's first recon launched an attack on the Khan. There was a communication mix-up that resulted in some non-combatants being killed. I guess he was still bitter about it. It was a tragic mistake, but we've done all we can to make amends. We provided medical aid to the wounded. All the wounded. I don't know how you did it, but thank... At this point, I'll take anything you can give... Okay. Thanks to your help, I think Bitter Springs has a real shot at surviving. I can't offer much of a reward, but no... Here, take this. Нахер мне твоя свинина-то, ему дали патронов. Never expected someone as famous as you to turn. Thanks to your help, I think better. А почему только два из пяти счетчик заданий я что-то не выполнил? Здесь еще что-то можно сделать? Ну, бойцы-то не могут задания мне дать точно, как бы, а вот... Кто еще мне задаху-то может дать? Еженедельник. Доктор Ок может дать мне, может. Где доктор? I really appreciate those. Just stand still and... Yeah, what is it? Давай, до свидания, короче. Так, левел 28 вроде какой-то такой. No monorail access to the strip? Where am I supposed to take my leave? Freeside? Может, среди беженцев кто-то есть, с кем можно там потрещать, но он должен по имени, наверное, называться. Торговля, еженедельник, ни хрена у них тут валяется, все. Ну, я взял бы полные книги такие-то, что их брать? Книги эти. Can't believe the Legion hit us in such numbers. They're stronger than we think. Нет, что-то больше ни хера здесь нет, походу. I'm scared.
I can't believe it. Caesar's Legion attacks in force, and I. Чё-то не веришь, что мы с Буном покрошили всех. Дайте задание мне кто-нибудь, ё-моё. Ты чё, подруга в носу там ковыряется, стоит на носу. Балбеса ему. Так, так, чё надо-то мне? Давайте пойдем продадим всякую шляпу лишнюю. Welcome, sir, or ma- Угу. Патрики-то закадешились. Я еще грены скупаю. Чтобы рано или поздно пострелять. Это что за выстрел мне? Это интересно все. Так, счастливчик, боевой нож. Вот это, думаю, тоже сейчас прокачать, может, думаю, это, короче, и взрывчатку взрывать всех потом. Вискарь оставим, если. Так, у этого Патрики есть еще? Fine by me. Так, магнумских, давайте патронов возьмем.
Fine by me. Так. Компанию Красный Караван. Сейчас слетаем быстренько. Там тоже патроны могут быть теоретически. Так, короче, ладно. А вот здесь вот у нас что? Hey there. Need anything? Sure. Что-то нет, у них ничего. Back for more? I've still got guns and ammo if you need. And I still get to see my old. Так, а там кто стоит? Still making a nuisance of. We used to, but every caravan carrying them. We think it was the Brotherhood of Steel. Those crazies always go hard for energy. Take a. Ох, сколько у него патронов. 5,56. Отлично, отлично.
another side. Так, где мои-то там все? Fine by me. Давай, до свидания. Как говорится. Чё-то я запокупался здесь. А уже скоро старик надо стримить. Оп. Стандартных три геккона. Так, опять я, бляха-муха, не все продал. Чё ты делать будешь, а? Так, что мне еще впарить-то можно, блин? Нафиг вискари, короче, они место занимают только. Жаркое из белки никогда не съем, блин. Я был только что в магазине у оружейников. Купил все патроны, которые мне надо. Так, ща вердос, погоди секунду.
Ага, сейчас. Давай, короче, сейчас я сохраняюсь-то. Ребят, StarCraft пора начинать. Сейчас я... Годите, куда пойму, что мне дальше делать, чтобы на будущее план действий понятен был. Так, задание, ребят. Так, можно на меня положиться. Вот это надо сделать с оружейниками, будет туда пробраться. Потом собаку Рекса отвезти. Вот это я в следующий раз, когда здесь в записи буду смотреть. Буду делать, короче, сохраняюсь. Нормально, вроде побегали сегодня, много выполнили квестов, а не просто так. Вот. Выхожу. Так, сделаю стоп-старт-эн сейчас я. Так, кто там, что там? Кто там, что там, кто там, что там? Так, стоп-старт, ребят.